Место, конечно, тяжелое. Континент, ЦГЯ, двое столовок. То есть мы говорим о едоустроенном месте. Нас же интересует столовая по-домашнему на Ленина 90. Все то же, как и на вокзальной 110. Но чем мы привлекаем клиентов? Где-то рядышком я вижу несколько столовок. Несколько столовок, несколько кафешек. Потому что есть центральная городская ярмарка с своими кафешками. Есть замечательный Sky Cinema, у него рестораны. Есть у нас городская администрация, у них хорошая столовая. Рядышком столовая в Сбербанке. Как мы будем здесь работать? То есть давайте зайдем в столовую по-домашнему. Она располагается прямо здесь, вот за моей спиной. И вот мы определимся, чем мы вас будем кормить. И по сути, зайдя вовнутрь, и вот вам результат. Сесть, по сути, некуда. Потому что... А давайте про рестораны пройдемся. Ну, пункт номер один. Почему я туда не хожу? Да это дорого. То есть смысл переплат в 300-500% это для кого? И не буду даже делать. Здесь всем хватает. Цены как дома. А по времени в разы меньше, чем вы потратите. Естественно, качество. Скажите, пожалуйста, насколько здесь вкусно? Часто вы бываете здесь? Второй раз. Но по цене это нормально? Да, вкусно. Просто возникает вопрос, тут рядышком много-много-много-много разных столовых. Мы говорим о цене вопроса и соотношении цена-качество. Как здесь? Хорошо все. Нормально так-то? Пока нормально, да? Насколько часто вы здесь в гостях? Ну, на первый раз, да? Сегодня первый раз. Это же центр города практически? Да. В центре города тут много-много-много-много разных ресторанов, да? Ну да, много где можно поесть. Тут есть еще... Открытый рынок, да? Там много-много кафешек, да? Да. А можно еще дешевле попрытаться, покушать в городской администрации? Да. Но здесь цены как бы это удивили. Цены удивили. А качество? Вкусно очень. Вы часто здесь гости? Второй раз. Второй раз, да? Насколько вкусно? Ну, достаточно нормально тут, в принципе. Я раз уж второй раз я пришла, значит неплохо. Значит, ну вы где-то здесь рядышком уже работаете? Работаем здесь недалеко. Не в банке ли? Нет, не в банке. Но все равно хорошо, да? Потому что я задаю вопрос. Я также готовлю дома кушать. Я даже винегрет готовлю 4 часа. Это круто. А здесь быстро и вкусно. И, по-моему, также дешево. Да, очень. И цены тут очень приемлемые, я хочу сказать. В прошлый раз обошлось недорого, поэтому и рядышком, и недорого. Извините, качество такого просто так не бывает. И пароварки, и холодильники. Словом, вот сюда бы я пресловутую козявку с че. Подивилась бы. Теперь вопрос. Почему мы без пиццы и суши выиграли Вторую мировую? Потому что мы питались правильно, настоящей русской или советской пищей. По сути, едой богов, учитывая наше население. Честно говоря, место немножко другое. Но качество тоже? Конечно, качество тоже. У нас это вторая столовая открылась. Наша столовая на вокзальной 110. Кому удобно, пожалуйста, заезжайте. А повара те же готовят. То есть мы говорим о том, что в принципе ничего не изменилось? Ничего не поменялось. Абсолютно вся полностью раскладка, полностью технология вся та же. Ну и вопрос цены, потому что у вас здесь жесткая конкуренция. Реально жесткая конкуренция, да? Здесь рядышком... Континент, да, центральная городская ярмарка с Ижи всеми делами. А еще и две столовые, в смысле, ну, это в городской администрации рядышком. То есть у вас тут жесткая конкуренция, да? Чем вы привлекаете людей? Ну, у нас, смотрите, есть всегда супчик дня. То есть суп дня стоит 20 рублей. То есть это может быть рассольник, это может быть уха, это может быть борщ. Обязательно есть котлетки, это тоже также дня. Есть тефтельки, допустим, есть блюдо дня. Стоит 25 рублей. 20 рублей, это удобно. Допустим, у нас вот здесь вот колледж рядышком, ребята приходят, кушают. И опять же, я с внуками хожу в континент, там очень дорого. Чтобы с внуками сходить в игровую комнату и накормить их, мне 1000-1500 обходится. Это всякие там... Вкусняшки, картошечки, выпечка. Выпечка у нас вся своя. То есть каждое утро девочки выпекают все сами. Тесто слоеное, тесто молочное. Все на сливочном масле. У нас нету никаких маргаринов, то есть там каких-то добавочек. Все чистое. Поэтому и цены. Посмотрели, какие приемлемые? Слойка 15 рублей. Я считаю, что булочка с черемухой 10 рублей. Это халява. Это халява. Тем более будем говорить о центральной городской. Там хорошая цена, но там в основном только шашлык, как правило.
Ну, шашлык. Ну, я считаю, что человек, если правильно должен покушать, он должен покушать первое, второе и третье, да? Так и должно. Да, это он должен покушать пусть супчик, пусть он будет, допустим, рассольник, пусть он покушает пюрешечку с котлеткой, но это правильная еда будет. Шашлык это, ну... Чуть-чуть сложновато для нас. Конечно, конечно. Да, еще все знаете, что у нас есть столовая на вокзальной 110. Кому удобно, пожалуйста, туда. Мы проводим банкеты, то есть все, что вы желаете. По приемлемым ценам. Это хорошо, это хорошо. То есть обратите внимание на еду оную. Здесь, как и в столовой по-домашнему на вокзальной, нет постоянных блюд. Поверьте, хоть каждый день сюда заходите, и на проспект Ленина 90, и вы поймете здешние правила. Вкусно, обалденно. К слову, о тех, кто молится. Я верю-то в Господа, но пока не могу переключиться на постноту. А сегодня мы пройдемся по постному. Все-таки у нас скоро пост. А в преддверии поста я тоже могу вам кое-что показать. То, что здесь готовят. То есть есть пост, жесткий пост. Вот. А есть пост с рыбкой. Я и для жесткого поста взял, и для обыкновенного поста с рыбкой. То есть, ну, кто-то же не может в жесткий пост зайти. Ну так вот, что мы говорим о конкретно о посте? Ну, все это здесь есть, на улице проспекта Ленина 90. То есть, пожалуйста, никаких проблем. Есть замечательный салат с капустой. Вы знаете? Почему-то такой капусты у меня не получается. Не знаю почему. Отвинтай, реально. Как вы прекрасно понимаете, что это бешено денег не стоит. Хорошая и весьма очень вкусная тема. Причем сюда еще добавляют кукурузу. Реально замечательно. К этому же сверх посту мы берем нормальное картофельное пюре. И также его кушаем. Мне говорят, что если вы поститесь, вы не можете наесться. Нет, может наесться, надо просто понять, сколько. Я также дома кушаю. В данном случае дома практически у меня пост. То есть я ем картошку, я ем все, что приготовлено дома. Тоже хорошо. Много съел, получил удовольствие. Ну и в оконцовке, да, закусим. Блинчики. Все. Грибами. Ну обалдеть. Реально обалдеть. Обалденно просто. Теперь про другой пост. То есть ослабленный пост. Все, естественно. Ну, для ослабленного поста это было круто. То есть я взял себе селедочку. Люблю ее. Чесночком-то. Классно. Это чуть-чуть позже. Это чуть-чуть позже. Это чуть-чуть позже. Для такого же поста я себе заказал середку под шубой. То есть, ну, есть что выбрать, да? То есть не будете же просто сидеть. Нет, вы можете выбрать. Вкусно. Вкусно по-домашнему. Что-то приготовить дома, а ну ли получится? Не знаю. Да, лепота. Дело-то другое. Дело времени. Мы можем и постными блюдами реально накушаться. Жалко, что времени у нас нет. Но теперь-то есть. Потому что столовая по-домашнему на Ленина 90 и на вокзальной 110 дает нам возможность впитать чудеса, которые не каждый может сделать, при этом не переплачивая. А теперь вопрос и для всех. Умеете ли вы так готовить? По-моему, проще прийти сюда. Съесть то же самое, причем по цене дешевле, чем я это сделал. Где я все это делаю? Я это делаю в столовой по-домашнему, которая располагается на проспекте Ленина.